Приветствую вас. В сегодняшней серии мы поговорим с вами о том, как нам защищаться от токсичных людей. В прошлой серии мы с вами уже говорили о том, каким образом мы можем защитить себя от негатива. А сегодня же я бы хотел разобрать типы защит, которые существуют, и каким образом они влияют на нашу жизнь на примерах. Ну а в конце мы сделаем практику, которая даст вам возможность защищаться от токсичного человека или токсичных людей, с которыми вы взаимодействуете. Самый первый тип защиты, который мы с вами рассмотрим, это пассивная защита. А что это такое? Пассивная защита – это определенная энергоинформационная структура, которая встраивается в ваше бессознательное и дает возможность защищать вас вне поля вашего сознания. Если говорить проще, то пассивная защита – это такая защита, которая устанавливается и работает самостоятельно, без участия вашего сознания. Есть, как вы понимаете, плюс, да? Вам не надо за ней следить, но есть у нее определенный минус. Минус заключается в том, что данная защита требует достаточно большого количества энергии, и ее нужно постоянно переустанавливать, то есть с ней нужно часто работать. Теперь пример, как эта защита работает в нашей жизни. Представьте некого Васю, которого позвал начальник, и они начали ругаться. Начальник Васю обматерил, послал, может быть, даже унизил при всех. Если в нашем примере у Васи нету пассивной защиты, то, скорее всего, его ждет нервный срыв, потому что его психика обесточена, его энергетические тела повреждены из-за негативного взаимодействия с начальником и энергетической атаки, которую тот посылал в нашего Васю. Ну а если же у Васи стоит пассивная защита, то она оберегает его психическое, энергетическое состояние и здоровье. Она позволяет оставить его энергетические тела в целостности и сохранности, что в целом приводит к тому, что у нашего Васи не случается нервного срыва, и он может дальше работать, как ни в чем не бывало. Второй тип защит – это активные защиты. Данные защиты устанавливаются в наше сознание и поддерживаются им, что дает нам возможность делать их более мощными, включать тогда, когда нам нужно, и, соответственно, они дольше будут служить нам, они дольше будут оставаться внутри нашей энергосистемы. Такие защиты имеют ряд плюсов, ну, так же, как и определенные минусы. Плюсы здесь следующие. Первое. Такая защита, активная защита, она более мощная. Второе. Она может служить нам дольше, более долгое время. И третье. Она позволяет нам возвращать негатив, который был направлен на нас, тому человеку, который его, собственно говоря, создал и направил в наше поле. То есть мы можем отбрасывать тот негатив, который летит, другому человеку, соответственно, человеку, который влияет на нас. Из минусов здесь стоит отметить то, что данный тип защиты не включается пассивно, то есть для того, чтобы такую защиту активировать, нам необходимо о ней вспомнить, нам необходимо о ней думать. Ну и пример, как же она действует. Наш Василий, которого снова вызывает начальник на ковер, начинает взаимодействовать с этим начальником, но до этого включает свою активную защиту. Что происходит далее? Начальник, чувствуя эту самую активную защиту, просто перестает ругаться с Василием. Или же даже не начинает ругаться, потому что понимает, что многие вещи могут полететь к нему назад. И третий тип защиты – это комбинированная защита. Она объединяет в себе активную и пассивную защиты, соответственно, защищая нас со всех сторон, используя плюсы того и другого типа защит. Кроме этого, комбинированная защита позволяет нам установить ее не только на энергетику, но еще и наше ментальное поле, то есть защитив наши мысли. Это плюс комбинированной защиты. Второй плюс комбинированной защиты заключается в том, что нам не обязательно при этих типах защит вспоминать и думать о том, активна у нас защита или нет. Она работает вот в таком вот комбинированном режиме. То есть, думая о ней, мы ее усиливаем. Не думаем мы о этой защите, она все равно в свернутом состоянии внутри нас находится и, когда необходимо, раскрывается и защищает нас. Еще одним немаловажным плюсом комбинированной защиты является то, что мы можем сделать ее в том числе и атакующей. То есть, если кто-то на нас напал, мы не подставляем вторую щеку, а мы даем сдачи. И тогда человек больше к нам не лезет. Допустим, опять же пример с Василием.
Василий приходит к начальнику, и начальник начинает с ним ругаться. У Василия активируется комбинированная защита. И первое, все, что начальник сказал, летит этому самому начальнику в ответ. Ну, энергетически, а не на словах. Кроме того, еще включается атакующий элемент этой комбинированной защиты, после которого начальник теряет всякое желание ругаться с Василием. У них нормализуются отношения, потому что другой человек почувствовал силу Василия и ощутил, что с ним лучше договариваться. То есть комбинированная защита помогает прийти к балансу в перспективе, так как другой человек начинает вас уважать, чувствовать, в том числе где-то опасаться, и аккуратно с вами взаимодействует. Все эти типы защит я учу ставить и использовать в повседневной жизни на своем курсе «Энергетические защиты. Исходный код». Так что если вы хотите научиться себя полностью защищать, то приходите, буду рад научить вас. Но сейчас предлагаю перейти к практике, которая позволит вам очистить ваше энергетическое поле от влияния токсичных людей на вас, от того негатива, что вы скопили в своей энергетике, в своем сознании и бессознательно. Сядьте удобнее, закройте глаза, почувствуйте себя здесь и сейчас. Сделайте глубокий вдох-выдох. Расслабьте тело, ноги, плечи, руки, шею, голову. Позвольте сияющему, переливающемуся потоку опуститься в ваше поле и начать наполнять тонкие тела, кокон, сияющий свет, высокочастотная энергия начинает напитывать также ваше физическое тело. Этот поток начинает очищать вас, начинает выравнивать и усиливать. Наполняется ваше левое и правое полушарие, напитывается потоком света, энергией, ваше сознание бессознательное. Наполняется голова, шея, напитываются и наполняются плечи и руки. Наполняется ваша спина и позвоночник. Напитывается грудная клетка, грудь, солнечное сплетение, наполняется ваш живот, поясница, таз, напитывается крестец и копчик, поток света заполняет ваши бедра, колени, голени, икры, стопы, поток движется сквозь вас. Он начинает заполнять пространство вокруг, стирая все окружающее, очищая накопленный негатив, отрицательную энергию, выравнивая вашу энергетику. Подумайте о токсичных людях, с которыми вы взаимодействовали. Пробуйте ощутить те состояния, которые они у вас вызывают. Те чувства, которые находятся вокруг вас, внутри. И позвольте сияющему свету, льющемуся сверху, очистить ваше поле от этих состояний, чувств. Начинает истончаться и очищаться нить связи с этими токсичными людьми. Свет становится солнечным, теплым и начинает наполнять пространство. Вы как будто переходите очень спокойное, солнечное место. Где процветает жизнь. Где запах свежести пронизывает и наполняет вас.
где спокойно, комфортно, безопасно. Само пространство, в которое вы переходите, дает вам ощущение чистоты, ощущение комфорта. И вы знаете, что в этом пространстве токсичный человек не сможет на вас повлиять. Вы чувствуете, что полностью очищаетесь от негатива, что он уходит из ваших мыслей, он уходит из вашего поля. Мысли исчезают. Вы перемещаетесь на высокогорный пик в разгар лета. Вы тянетесь к солнцу, наполняетесь им. Вы наполняетесь воздухом чистейшим и свежим. Вы наполняетесь звуками природы, свободой. Вы чувствуете твердую землю под ногами. Ощущаете свою пластичность, наполненность, чистоту, комфорт. И в этом состоянии с данного пространства вы перемещаетесь назад здесь и сейчас, в свое тело, и наполняете этим новым состоянием свои чувства, эмоции, свои состояния, ощущения, мысли, свои действия. Вам хорошо. Вы в чистоте и сбалансированности. Сделайте глубокий вдох-выдох и открывайте глаза. Итак, данная практика помогает убрать тот негатив, который вы накопили на разных уровнях, а также очистить свое пространство от токсичного взаимодействия. Я рекомендую делать эту практику 3 раза в неделю для того, чтобы удерживать свое сбалансированное состояние. Ну а если вы хотите усилить свои энергетические тела, защититься и постоянно чувствовать то, что вы ощутили сейчас, то работайте со своей энергетикой, устанавливайте комплексные комбинированные защиты, усиливайте свое пространство, и вам все будет нипочем. Вы все сможете. И легко и просто будете двигаться к намеченной цели. На этом все. Спасибо за внимание. Двигайтесь вперед и увидимся.